Губки, краски и картошка. Этот необычный набор выдали химчанам на тематическом мастер-классе по живописи. Жителям предложили попробовать свои силы в рисовании на ткани. Рассказали, как комбинировать цвета, придумывать новые принты и формы, использовать в творчестве подручные материалы. Но главное, научили смотреть на окружающие предметы через призму художественного видения. Если мы приглядимся с вами к окружающему нас миру и посмотрим неочарованными глазами, мы с вами увидим, что на свете, вокруг нас, все предметы на самом деле состоят из простых форм. Голова птички будет напоминать круг. Шейка птички любой, это будет трапеция. Если мы посмотрим на липу, то это будет овал, кромка. Если мы посмотрим на дуб, то это будет полукруг чаще всего. Вот. Урок изобразительного искусства для химчан провела художница Анна Шарыгина в картинной галерее имени Горшина на Московской улице. Подробную информацию о предстоящих мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» или на специальном сайте eventadmhimki.ru.